камера Hero 4 как комплект для видеоблогинга. Комплект вместе со звуком. Говорю не громко, обычным голосом, даже может чуть тише, чем обычно. Звонок школы. Значит, камера мне не понравилась, она со встроенным экраном, получается в неудобной ситуации ты можешь его, вот как я одной рукой держу сына, второй рукой пытаюсь снять нас двоих, и получается чуть пальцем тронул экран, который сзади включен, он сенсорный, и все, видео снимается, ну отключается, съемки уже нет. Если в экранчик спереди глянул, не разобрался, не увидел, то так, чем-то занимайтесь, думайте, что вас снимает видео, но на самом деле не снимает. Хотя картинка приемлемая. Также на камере нет крепежа резьбового для штатива, для селфи-палки. То есть без дополнительных аксессуаров, без корпуса не обойтись. Это такие недостатки. 4К может снимать. Мне еще понравилось вечером при настройках, лучше, чем предыдущая была камера. Хотя, можно поспорить, Sony довольно-таки весомый конкурент. Так, спасибо, рассматривайте эту камеру.